Здравствуйте, меня зовут Ксения, и сегодня речь пойдет о моющем пылесосе Drybox Amphibia Pet от Thomas. Устройство эффективно удаляет пыль, шерсть и неприятные запахи и помогает поддерживать чистоту в квартире без особых усилий. Данная модель разработана и собрана в Германии. Главная особенность этого пылесоса состоит в наличии двух современных сменных систем фильтрации – циклонного фильтра Drybox и водяного фильтра Aquabox. Это собственные разработки компании Thomas. Их эффективность и удобство были отмечены премией German Innovation Award. Благодаря инновационной системе Drybox сухая уборка стала гораздо удобнее и быстрее. Трехкамерный фракционный контейнер эффективно разделяет крупный мусор и мельчайшую пыль. И его очень просто чистить. По мере заполнения контейнера крупный мусор вытряхивается в ведро, а мельчайшая пыль и аллергены из боковых отсеков смываются водой раз в несколько месяцев. Запатентованная система Aquabox позволяет одновременно убирать дом и с помощью воды очищать воздух, проходящий через пылесос от пыли и аллергенов. Залейте в контейнер 1 литр воды и установите его на место. Благодаря уникальной системе подавления пыли Thomas WetJet фильтр собирает и надежно удерживает мусор и даже мельчайшие частицы пыли. Грязь остается в воде, которую вы просто выливаете после уборки. Теперь можно наслаждаться чистым, свежим и увлажненным воздухом, как после летнего дождя. Пылесос оснащен мощным двигателем. Высокая мощность всасывания обеспечивает отличный результат и значительно сокращает время уборки. Кстати, пылесосом легко управлять благодаря уникальной технологии TouchTronic. С ней вы точно подберете мощность всасывания под конкретный тип покрытия. А специальный индикатор подскажет, какой именно из четырех режимов уборки вам нужен. Устройство убирает не только сухой мусор, но и лужи пролитой воды или жидкую грязь с помощью системы Aquabox. Такая функция особенно важна во время уборки кухни, ванной или, например, коридора, где может остаться грязь с обуви после дождя. Кстати, мыть пол шваброй после уборки больше не придется. Данная насадка позволяет одним движением собрать пыль, вымыть пол, а затем высушить его. Благодаря специальной конструкции насадки вода и моющее средство одновременно попадают на покрытие и затем сразу же собирается вместе с грязью. Так вы сэкономите свое время и насладитесь по-настоящему чистым домом. Пылесос также оснащен насадками, которые отлично удаляют шерсть домашних животных. Переключаемая насадка с основанием из специального материала облегчает уборку в домах, где живут особенно пушистые питомцы. Турбощетка Thomas поможет очистить от шерсти ковры. Специальный валик щетки вращается с огромной скоростью, и его щетинки, расположенные по спирали, подцепляют и удаляют мусор с ворса ковра. А об обивке мягкой мебели позаботится насадка со вставками увеличенной ширины из особого материала с нетеподъемным эффектом. Также она качественно очищает подстилки домашних животных. За пылесосом легко ухаживать. Все поролоновые фильтры и HEPA-фильтр можно мыть. Это увеличивает их срок службы и также обеспечивает высокое качество уборки. В комплекте к данной модели идет большой набор разных насадок. Насадка для сбора шерсти с пола или ковра, турбощетка, насадка для сбора шерсти с мягкой мебели, щелевая насадка, насадка-кисточка, насадка для влажной уборки ковра с адаптером для пола, насадка для влажной уборки мягкой мебели, а также концентрат Protex для влажной уборки ковров и мягкой мебели. Подведем итог. Многофункциональный пылесос от Thomas сделает уборку более качественной и сэкономит ваше время. Он идеально подходит владельцам животных, а очищенный и увлажненный воздух становится полезным для дыхания. Если вы хотите уже сегодня стать владельцем этого идеального помощника, закажите его на eldorado.ru и уже через полчаса заберите в магазине. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь и вместе с Эльдорадо желаю еще больше полезных покупок. Эльдорадо. Людям выгодно.